расстояние 6.75 километров, средний темп 7 минут 23 секунды на километр. Как всегда, как я писал в одном из своих постов, который описывает 20 характеристик меня, и я люблю бегать, и вот я, как всегда, бегаю в выходные, стараюсь максимально использовать для того, чтобы побегать. И бег я свой не завершил, решил сделать остановку, слава богу, мне тренер разрешает в процессе длительных бегов, сегодня у меня час 15 бег, минимум 10 километров, разрешает остановиться, передохнуть. Я решил эти разрешения воспользоваться для того, чтобы отснять очередное видео, вот остановившись на мосту в замечательном городе Братислава. Это новый пешеходный мост, пешеходно-трамвайный мост, который нам недавно построили. И вот такой вот замечательный вид на Братиславу. Вот сзади вы видите вот это вот здание Нажград, это знаменитый мост Уфо или СНП, Славянского народного повстания. Ну, а сзади вот великолепный Украина, румынская, словацкий, австрийский и так дальше, и Дунай. О чем же сегодня хочу с вами поговорить? Я буду снимать, помимо видео из рубрики «Что, где, когда», одно из них вы уже можете посмотреть на моем профессиональном канале. Там я рассказываю о двух принципах выбора советника. А сегодня расскажу кратко об инвестициях. Рассказываю о своем семинаре своим друзьям, знакомым, мне спрашивают, а вот более конкретнее, расскажи, о чем вот ты будешь рассказывать. И решаю в своих видео вот так вот кратко рассказывать дольками, кусочками о том, о чем делюсь на своих семинарах. Итак, сегодня расскажу об облигациях. Достаточно много времени мы уделяем облигациям. Почему? Потому что это один из моих любимых инструментов. Естественно, на семинаре я все это раскладываю достаточно детально, с примерами, кадрами, с примерами разных облигаций. Рассказываю, как украинские банки, к примеру, дурят нашего брата. Рассказываю о том возможности, как вы можете купить украинские облигации с доходностью 8-10%, в то время как положить на депозит в украинском коммерческом банке можете максимально по 3,5-4,5% с фиксированной длиной и со всякими неудобными историями. Почему начинаю всегда с облигаций, почему так люблю? Опять же, вот два простых примера, хотя о них можно говорить долго, два простых принципа, да? Первое – это купонная выплата. Так все мною любимая и любимая украинцами, потому что мы выросли на депозитах, мы выросли на вот этих вот периодических выплатах с наших инвестиций, с которыми мы можем планировать свой кэшфлоу, свои расходы, да? И облигации позволяют делать то же самое. И приоткрою тайну. И тут облигация лучше депозита, потому что процентный доход или купонный доход вы будете получать за каждый день обладания облигацией. Представляете, насколько более интересный механизм, чем депозиты. Вот, об этом рассказываю на своих семинарах, вот рассказываю о купонном доходе. Чем еще мне нравятся облигации? Тем, что облигация – основная часть любого инвестиционного портфеля. Облигации низковолатильные в отличие от акций, да, и ими я рекомендую всегда наполнять вот ту более безопасную часть своего инвестиционного портфеля, низкорискованную часть. Я очень люблю много внимания уделять именно этой низкорискованной части портфеля, потому что она создает основную уверенность у любого инвестора, и она создает базу для инвестиций. Так, спасибо большое, что посмотрели мое видео. Обязательно занимайтесь бегом, обязательно занимайтесь здоровым образом жизни. Это позволяет правильно мыслить и далеко смотреть вперед и пользоваться своими инвестициями, своими накоплениями в конце жизни. И спасибо большое всем тем, кто посмотрел, спасибо большое всем тем, кто поддержал, поставил лайк. Если еще и репост, так два раза спасибо. Пока, приятных выходных, друзья.